На сцену Краевого театра драмы выйдут настоящие феномены. Пьеса с таким названием открывает новый театральный сезон. Она рассказывает о людях с экстрасенсорными способностями. А вот сложно ли открыть свой третий глаз и стать ясновидящим, узнавал Вадим Слюсарев. По приглашению сотрудника журнала «Мозга» в Москву для прохождения испытаний приехали три выявленных феномена – телепат, трансфокальщик и телекинезчик. Этим фантастическим сюжетом Краевой театр драмы открывает 96-й сезон. И сегодня пьеса Григория Горина «Феномены» стала реальностью. Только вместо экстрасенсов в испытаниях участвовали три журналиста. Их проверили штатные экстрасенсы театра драмы. Фаина Рубец, которая 5 лет поступала в театральный, но открыла в себе уникальную способность думать, что у нее есть уникальная способность. И Жасмин Блэк, ведьма, маг-демонтолог и медиум-блогер. У кого будет наиболее развито шестое чувство, тот получит сертификат экстра-кора города Барнаула. Чтобы понять, у кого развито шестое чувство, необходимо пройти 3 испытания. Угадать, под какой карточкой находится Антон Кирков, который играет в пьесе. Выяснить, какой из предметов будет на сцене во время спектакля. И выбрать конверт, в котором находится пригласительный билет на феномены. По результатам испытаний звание экстрасенса-журналиста получил корреспондент телеканала «Катунь-24». А вот существуют ли экстрасенсорные способности на самом деле, зрители могут узнать на постановке Александра Зыкова «Феномены». Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс, Новости.